Monster X. Fighter. Let's go. Я прям почувствую, что здесь будет какая-то шикарная картинка. Нет? Не, мне так не кажется. Знаешь почему? Потому что опять NBC Music. Они плохо снимают, да, кажется. Они, кажется, не сильно хорошо. Go, включай, боже мой. Ладно. Что-то про военных. Вы боец. Ну, раз ровно. Да, в тюрьме, Сережка. Да, я плохо воспринимаю, когда у тебя сигар проколот, и ты... Сережка. А что, вы сделаете сигар проколот, а он ассистент просит? Ассистент. Уэс. Сейчас, кажется... Давай. Давай попробуем ловить. Тарачик. Что было в первой? Кровь? Потому что окончательно уже есть. Песня такая заводная. Пока только двоих видел, их что, двое? Не, больше. Синеволосый, черноволосый, все понятно. Не может быть, да? Я так понял, песня должна тебя мотивировать почему-то. О, разволосый был. Кузама Файтер, Кузама Чемпион. Куда вообще? Слишком такая... Да, я что-то перебор, по-моему. Подожди, он Цезарем стал третьим. Его коронавалем стал Цезарем. Я хочу это песню. Такое ощущение складывается, что песня не соответствует клипу. То есть можно. Ну что-то с мишками связано. Можно по-серьезному тут всем было. Почему мишки нет? Ну это сугубо личное мнение. Почему эти психбольницы? А это как больше плохая такая. Плохой врач. Ты знаешь, уже начал под конец с этим. Ну смешной клип уже. Матрица, но у меня были мишки вот здесь, вот. Короче, они согнуются, да, кто быстрее добьет. Они все в психбольнице, ты понимаешь это? Да фига просто. Слишком много всего, слишком много всего, слишком пафосно. Боже мой. Ладно, в общем, честно говоря, как будто, ну, поначалу я думал, ну, серьезный будет клип такой, там, вроде бы, боец возле стенки, думал, сейчас там будет показывать какой-нибудь сложный путь, там,
как он будет боксовать, чтобы там добиться в жизни чего-то. В итоге потом получается так, что они как бы просыпаются на койке, связанные, и дальше начинается полный бред. Ну, полный бред просто. Просто там это не вот... Не того мишку съели, кажется. Как фантазия режиссера смогла этого? Ну, мне кажется, в этом есть прикол. То, что это все воображаемо, ну, то есть... Видимо, да. Да, раз там идет отсылка к Матрице, скорее всего, типа, это просто какой-то вымышленный мир, или мир, который живет параллельно, отдельно от нашего, и там все это происходит. А на самом деле они все такие, короче, ну, видимо, как в конце показали, в больнице лежат. Ну, типа, якобы, видимо, неважно, какой я или что я, типа, я боец. Даже, типа, если я в физическом состоянии, то я буду в своих хотя бы, там, грезах, не знаю. Вот такой посыл. Ну, это я какой увидел. За песня классная, кстати. Она такая, как и предыдущая насчет Тити, только здесь Fighter Champion. Вот, короче. То есть есть... Я не знаю, как это называется, когда вот ты слушаешь песню, ты вообще не помнишь, о чем песня, ты ничего не помнишь про песню, но ты берешь одно слово, и ты просто хочешь целый день напеваешь его. В принципе, мне кажется, этой песней тоже можно так походить. Вот там, хей, мама, я не знаю, типа такого. Просто вот одна фраза, два слова, одно слово. Я ставлю твердую 8. Си-8? Моя самая чуть-чуть уверенность. Си-8. Си-8, да. 7,5. Ну, за этот, как его... Хотелось бы минус дать им за... Все равно за картинку. То есть, можно было как-то более, по-моему, серьезно отнестись. Да, но смотри. Вот это наркомания. Две мишки. Слева, справа. Чувак с мечом. Один как судья. Он с мечом. Он сейчас будет короновать кого-то. Не короновать, а вот... Ну ты понял. Я понял, понял. Не, просто смотри, речь... и он сейчас превратится в ЦД. Та-дам! Вот, типа он файтер, он чемпион, он достиг. Почему мишки? Ну я же говорю, типа раз это психбольница, то скорее всего это все воображаемый какой-то. И если это все так, то это хорошо. Типа а если... можно обосновать. Ну, если, да, я согласен. Если это и вправду, да? Бредовость. Можно хотя бы как-то обосновать. Ну если не дай бог, я напишу текст и посмотрю. Если это не так, то это просто очень веселый мишка, мне кажется. Ладно, есть что добавить? Я бы поставил 6,5 и считаю, что песня и сама музыка, и сам клип слишком много всего. И много звуков было в музыке. Она была такая слишком. Перенасыщенная, вот, хорошее слово, не смог бы подобрать лучше. И такое было, знаете, она должна мотивировать, но она почему-то не мотивирует совсем. Ну, я тебе, знаешь, что скажу даже, тут и по просмотрам можно понять, что это именно этот клип и эта песня не пользуются особой популярностью. 2 миллиона просмотров. Сравнивай, да. За целый месяц. Да. Ладно. Go дальше.